Пахнет, пахнет, честно говоря, ужасно. От нее, от этой этажки. Слон. Наверное, вы там на записи не увидите. Там желтенькое, видите? Еще бутылька там находится, смотрите. В общем, сейчас я вам еще и мотор покажу. В общем, будет все классно. Вот что у меня там будет. Мотор там еще все хуже. Главное, не электричество случайно от этой фигни. Блин, тут комары. Все, тут все сажа. Не обсажется. Блин, я наступил на эти... На эти остатки, блин, мотора. О, капот. Лежит просто капот. Просто лежит капот. Понятно. Я его обойду, пожалуй. Что тут на обратной стороне? Шина поломанная. Конечно, какой-то, блин, провод. Вы видите его? Вот он. Странная фигня. Все показывал. Вот тут, по-моему, был руль вообще. Ну, вот теперь тут нет. Вот тут было мультимедийное устройство. Ох, кнопка! А что вызвать на нее? Я попробую нажать. Она не нажимается. Она не нажимается. Интересно, а почему она не прогорела? Мне просто интересно. А на той стороне есть эта кнопка? Мне интересно. А, нет, на обратной стороне тут уже точно все сгорело. Дерево. Смотрите. В общем, это было мое первое 4К видео в 120 FPS. Потому что я это снимал с камеры GoPro Hero 11 Black. И всем пока.